Всем привет, друзья! Кто из нас не любит Виталия Милонова? Конечно же, все мы его любим за его абсурдные заявления. И мне кажется, все настолько к ним привыкли, что любую чушь можно выдать за его заявление, если просто добавить к ней «это сказал Виталий Милонов». Давайте проверим, так ли это. Слышали про такого депутата Виталия Милонова? Нет. Слышали? Который лежит с бородой? Да, совершенно верно. Слышали какие-нибудь его заявления? Множество слышал. Самое последнее его забавное заявление о людях, которые занимаются сексом в заряде. Он назвал их енотами. Каким еще он там их назвал? Как вообще к ним относитесь? Специфически. Милонов предложил лидеру ночных волков хирургу, знаете такого, наверное, сменить кличку, чтобы не вводить людей в заблуждение, ведь у него нет лицензии врача. Мне кажется, не делал. Думаю, неправда. Ложь. Не, наверное, он такого не говорил. Думаю, что это правда. Милонов предложил ввести уголовную ответственность для детей, которые не спят в тихий час. Да. Да ладно. Да. Истина? Думаю, это абсурд. Не делал. Милонов предложил уточнить понятие колбасы. Понятие колбасы, но думаю, в этом есть доля правды. Ложь. Допустим, делал. Да. Это похоже на него. Это очень на него похоже. Милонов предложил ссылать геев в концлагерь, который будет находиться на территории его дачного участка. Ну, истина, но насчет территории дачного участка не уверен, а так все звучит довольно логично. Конечно. Однозначно, да. Да. Думаю, что нет. Мне кажется, он сам из тех. И Милонов предложил запретить лето, чтобы девушки не ходили в коротких юбках. Нет. Ну, да, истина. Запретить лето — это очень странно, но это невозможно. В коротких юбках он явно ненавидит. Насколько я знаю Милонова, возможно, да.